Привет, друзья! Сегодня будем готовить сытную запеканку. Для этого нам понадобится майонез, сметана, соль, перчик, фарш, сыр, морковь, лук 3 головки и картошка. Давайте готовить. Полукольцами нарезаем лук. Теперь включаем духовку на 180 градусов. Пусть она прогревается. И порежем мелкой соломкой картошку. На крупной терке натираем морковь. Берем где-то 300 грамм сыра. И натираем его на крупной терке. Теперь готовим соус. Берем 250 грамм сметаны. И также 250 грамм майонеза. Один к одному. И смешиваем. Так, соус немножко густоватый. Добавляем 50 миллилитров, ну, четверть стакана кипяченой водички. Надо, чтобы соус пожиже был, его легче тогда размазывать. Ну, получилось пожиже. Берем глубокий противень, смазываем его маслом растительным. На дно выкладываем фарш. Фарш посолим, поперчим по вкусу. И сверху майонез. Выкладываем лук. Поверх лука выкладываем картошку. И опять майонезом. Теперь морковку аккуратно раскладываем и сверху оставшийся наш майонезный соус, майонезно-сметанный. И отправляем в духовку на 40 минут. После того, как через 40 минут мы его вытащим, выложим сверху сыром и отправим опять в духовку на минут 15, чтобы сыр расплавился сверху. Ну все, отправляем в духовку. Так, 40 минут прошло. Принимаем запеканку. И посыпаем сыром. И отправляем еще на 15 минут в духовку. Ну вот, через 10 минут такая аппетитная сырная корочка. Сейчас мы его порежем на тарелку и покажем. Вот она, наша запеканочка. Приятного аппетита. Кушайте на здоровье.